Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть Settlers 7 History Edition, или Право на трон в оригинале. В общем, задание у нас 100 лет мира. Задание у нас становится все длиннее и длиннее. Говорят, вера в победу уже половина дела. Вера в победу. Это нам, наверное, подсказка. Вера. 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 Это значит церковь. Кронштадт. Столица Тандрии. Ну, судя по всему, это, наверное, мой городишко. Дорогая принцесса, настал час решающей битвы. Возьмем Кронштадт, и Тандрия наша. Только если лорд Вольверинг или епископ Матеуш не опередят нас. Гоните прочь такие мысли. Накликаете беду. Борс, я поражаюсь вашей целеустремленности. Ничто не может вас удержать. Только своей волей можно проложить путь к победе. А если их воля окажется сильнее нашей? Тогда мы должны ослабить ее, не так ли? Пап Вольверинга. Кронштадт принадлежит мне и моему народу. Убирайтесь отсюда, и вас никто не тронет. Не бойтесь этого вора и труса, принцесса. Лорд Вольверинг очень боится проиграть эту решающую битву. Нам уже нельзя отступать. Кронштадт и его окрестности — сердце Тандрии. Какой здоровый это карт. Карт здоровый. А это, походу, этот... Матеуш. Все еще изменится. А у него церковь тоже есть. Теперь мой черед выигрывать. Чтобы одолеть лорда и епископа, я предлагаю воспользоваться преимуществами этой территории. В этом... Вам могут помочь два святых места, оставшиеся с прошлых времен. Собор и место паломничества. Теперь, принцесса, наберитесь мужества и положите конец этой ужасной войне ради Тандрии и законного наследника ее престола. Итак, мы уже начинаем, да? В общем, так, с первым делом. Престиж. Улучшаем престиж. Он нам пригодится. Подсказки нам не нужны. Так. Такс. Послушников нам нужно с десяточек. Так, и чего у нас? Ага, у нас нужно дорогу проложить. Дорогу нам положить нужен лесник. Первым делом. Вырубка и лесопилка. Захватить. Захватить. Что значит? Куда он придет, не придет? Нет, пока еще рано. Там сколько? 4. У нас тоже 4. Будет паритет. Вот это можно захватить. Выиграю. Че это за салют? А, наград получил.
И первым делом что мы берем? Но нам будет первое время не хватать инструментов. Как всегда, и камня. И здесь мы сразу берем гильдию строителей. И так вот. Можно сюда парочку еще сделать. И тогда я смогу улучшить церковь, наверное. Ну, по-хорошему бы геолога. Даже не знаю. Пробуем прям сразу исследовать. А что там дает? Быстрее. Сокращается. Нет, вот это нам нужно. Вот это. Вот это. И не хватает еще двоих. Ну что, с десяток строим. А пока не строят, мы делаем еще пиво. Ничего нету. Сносим этот склад. Он тут нафиг не нужен. Мешает столько. Построим здесь вот склад. Хотя там есть один. С этой стороны. Монетный двор. Его бы перенести сюда. На пиво и мушкетеров десяток. Он захватывает лагеря. Пути Господни неисповедимы. Еще издевается. На этот раз его благодать снизошла на меня. Эта дорога нам снести, она не нужна. Так же, как и этот домик. Мешается. Здесь мы построим сейчас амбар. Зерно. Плюс у нас здесь еще территория. Мельницу, пожалуй. И тут мельницу. Поздравляю! Ваши священники сделали новое открытие. Хорошие новости. Вы заработали победное очко. Ваши священники совершили открытие. А что же нам лучше-то? Ну, церковь по-любому. Вы осмеливаетесь бросить мне вызов? Ну что ж, забор. Только не говорите, что вас не предупреждали. Что они сюда что-то несут? Ну, пока нет. Зерно, амбар. Чего я там не могу построить-то? Два только. Вот это дерево снести можно? Попробуем снести. Здесь зерно, и здесь зерно. Шестеро нужно. Здесь муки не хватает. И плюс склад этот перенести надо. Его перенести надо сюда, а этот... Блин, придется удалить. Потеряю 5 этих. Ну и фиг с ними. Нам нужно здесь построить амбарчик.
Чё такое? Вот что за дерево? Как такое дерево? Я не могу его снести. Две воды. Значит, если вода, дорогу могу улучшать. Ну, а тут что за ресурсы у нас? Так, здесь камень, еще что? Камень получается. Тогда строим каменотес. Ну, наверное, одного хватит. И мне бы построить еще бы одного лесоруба. Угу. Да, здесь не могу ничего смыть. Не могу. Сюда тогда. Туда не буду ничего развивать. Единственное, что сделаю, построю где-нибудь большой какую-нибудь вот арку. Ну, замечательно. И здесь я сделаю вот это вот. Давно мечтал. Такой фигня. Как уничтожение вот этих деревьев. А здесь мы сделаем еще одно зерно. Угу. Здесь можно. Так, я забыл совсем про свою эту таверну-то. Несите ваши денежки сюда, а мы тут построим еще один склад пока. Так, несут. Несут. У нас не хватает простой еды. Нам нужно простую еду. А простая еда у нас... Чего ты? Пастух, амбар, амбар. Строителей. Так, особняк, особняк, склад, простой дом. Ну, давай сюда вот мы тогда сделаем еду. Мушкетера учим. Вот теперь мы можем напасть. Сюда захватим для производства железа, отсюда мясо, рыба и золото. В хорошем слабо куда-нибудь построить бы этот склад. Нельзя.
А сколько священников-то? Один. Не хотят больше. Представляешь? Ну, следовательно, это, наверное, из-за того, что я пил сюда все поставляю. Давай тогда отменим. Сейчас они донесут уж, понятное дело. Выиграл сражение. Тут у нас камень, мяса не особо много. Но этот сюда засранец идет, я смотрю. Что тут есть? Мясо, рыба. Надо бы его побить. Сюда мы ничего больше не сможем построить, кроме как престижа. Все, по максимуму престиж. Вы заняли новую территорию. И ресурсы возьмем, пожалуй. Золото. Не за той территорией. Там сражается, можно его победить, тогда сходить. Так, здесь мы пока строим склад. Или посередине. Пока что. Здесь. Ну ладно, мясо. Лесоруб нет. Лесничий, лесоруб. И лесоруб. А туда мы построим. Поближе сюда вот. Чё такое? Почему так-то? Ну, хотя бы так. Выиграл. Надо будет укрепить и вот это отнять. Здесь уголь и железо. Уголь. Железо. И плавильное дерево как раз рядышком у нас будет. Зря склад этот тут поставил. Я не ударом не мог делать. Тогда делаем. Ваши солдаты заняли лагерь. Вот, отлично. Здесь мы улучшаем. А это чья вообще деревня тут? Матеуша, значит. Сюда нельзя идти, пока он тут. Золотишка-то не хватает. Золотишка. Дома-то я могу улучшать. Нужно нам гильдию строителей построить. Ну, тут вот. А здесь у нас камень. Построим. Ну и склад.
дома здесь построили. Одного только сделали. Никто не смеет встать на моем пути. Я поклялся изменить Тандрию и добьюсь своей цели во что бы то ни стало. Здесь можно еще. Особняк мешается, вот это вот нафиг не нужен. Воды не хватает, точно. И здесь еще один. Инструментов пока хватает. Надо бы еще. Укрепления улучшены. Это здесь? Отлично. Можно их еще улучшить. А пока мы сюда пойдем. Пока он там не захватил ничего. Ваш враг располагает новой технологией. Ах, он говнюк. Забор улучшает. Не успел я. Какая жалость! Кто-то выделил больше священников на исследование, чем вы. Ну, пусть он священник тратит. Отсюда. Это моя территория. Здание успешно улучшено. А, зря я строю вот это вот. У меня одна есть, хватит. Улучшение завершено. Заняв этот лагерь, вы сможете обеспечить спокойствие в этих землях. Хорошая работа. Да. Еще одно победное очко. Враги скоро начнут скоро уважать вас. Тандрии будет продолжайте моей. В том же духе. Сколько инструмент нужно, балдеть. Тут что у нас не строится-то? Здесь обычная еда. И необычная еда. Плюс склад. У вашего врага появился доступ к новым знаниям. Что это он говорит? Амбарань построенная. А где у нас тут? Не вижу. Пшеница.
Нет, зерна, ни бжерна, ни пшеницы нету. Не здесь. Но здесь пшеницы много. Обычный дом можно построить где-нибудь. Нельзя. А, так вот есть. И что же здесь делать-то? Здание улучшено. Здесь мяско. Мяско. Уголь, железо. Ваш враг располагает новой технологией. Да, это меня не интересует, то, что он располагает там. Получил на одно очко. Какой он говноед. Куда я, в принципе, чего хотел еще построить-то? Наверное, казармочку. На гильдию торговцев. Даже не знаю, где можно ее. Может, тут. Тогда, если у нас зерна хватает, нас не хватает мельницы. По факту у нас тут ни одной мельницы нету, да? Сейчас построим. Две там, одна тут, три. Сюда мы сейчас золото прибывать. Заняв этот лагерь, вы сможете обеспечить спокойствие в этих землях. Хорошая работа. У вашего врага появился доступ к новым знаниям. О нет, у вас стало меньше победных очков. Ваши укрепления были улучшены. И склад. Тут склад и рыба. Одной хватит. Здесь улучшили. И улучшайте еще. Еще лучше улучшайте. Ну, еще давай. Сюда можно строитель еще одного сделать.
поближе, скажем так. Десять, и надо будет это улучшить еще. Собор. Эти деревья не сносятся никакие. В торговом пункте пройти нельзя. А куда там? Странно. Ну, допустим, где-нибудь здесь я построю торговую экспедицию где-нибудь тут. А, где они тут есть у нас? Чуть нельзя. Не хочет. Здания большие, а территории маленькие, ё-моё. Даже сюда не могу вместить. Все сюда поставлю, там получится без престижа. Ну ладно, здесь будем сюда престиж будем наращивать. Смысл только что можно было. Вы потеряли победное очко. Ничего, наверстаем еще. Возьмем, пожалуй, золото. Камней не хватает реально. Еды, железа. Причем еды дешевой. И воды. Не хотят, видимо, что-то другое строят, а вот что, не пойму. Ждут, пока ресурсы, наверное, прибавятся у них. Строители гильдию построили, построили. Ну, в общем, либо ждать. Но... это у нас еда будет. Плюс два священника нужны. Нормальные там. А что они тут золото не строят? Стройте, пожалуйста, золото здесь.
Инструмент кончается. Склад, улучшение. Улучшение казарм. Торговцев. Казарм возьмем. Один камень у нас по нулям. Да, теперь камня не хватает-то. Я думаю построить еще. Поздравляю, ваши священники сделали новое открытие. Отлично. У нас 10 священников. Ну, пусть еще двое делаются. А пока не делаются, мы что же, подождем, когда у нас построят здесь вот золотую добычу. Ну, что-то они сюда вообще ничего не несут. А, я не понимаю, мне досок не хватает, что ли? Ну тут бревно не таскает, тут камень таскает. Лесоповал. Ну, судя по всему, лесопилка. Лесопилки нам не хватает. Здесь мы что можем построить? Охотник. Нет, лесопилка в другом месте строится. Допустим, здесь. Ну, как-то так. А зачем сюда пшеницу несет? На склад, что ли? Да. А чё там? Склад надрывается. Да, склады надрываются у меня уже. Тогда нужно построить дом. А дома пивоварни две. И вода нужна там. Правильно? Правильно. Пшеница и вода.
Бревен не хватает в этой стороне. Вот, сюда несут, наверное. 5. Да, еще 3. Блин, сюда же пшеницу таскают. Ну, хоть что-то строят. Опаньки. Ваши укрепления были улучшены. Замечательно. Сюда он камень должен принести нам. Я могу здесь вот без пола построить, да? Дорогу. Даже дорогу здесь можно построить. Лесоповал, лесопилка. Куда вы что таскаете, скажите мне. Для чего-то камень тащат, я не пойму только куда. Это отсюда. 10, 12. 4, 10, 12. 14, 12. 26 камня. Уголь заканчивается. Дом построить, углежога, нет, не дом, углежог это у нас вот здесь вот. Один только могу. По-хорошему где-нибудь... Слушай, я могу еще здесь одно построить? Да, я еще здесь могу построить. Опаньки. Железо, железо и уголь, допустим. И мы геолога отправим туда. Сейчас мы сделаем лесопилку еще одну. Вот здесь построили быстрее, чем где-либо. А тут нифига у нас золото не хотят.
XP у нас по нулям. Еще одна лесопилка. Казарму решили построить. Угу. Тут не хотят. Ну еще одну лесопилку, конечно же. Пусть все вырубают нафиг, там ничего не нужно. Тут 10 камня. Тут вообще 5 осталось. Ждем улучшений. Наконец, золотой приз построили. Сейчас дело пойдет в гору. Дома. И пока что на этом нет, еще два можно улучшить. Один геолог. Сдавайтесь, принцесса! Только так вы сможете заслужить снисхождение! Блин, камня не хватает реально вообще. А что был камень? Это геологи должны быть. Ну, тут один есть у нас. Но здесь никак нельзя. Улучшение укреплений завершено. Тут бы склад построить. Да, вот так вот быстрее будет. Последний камень практически потратил. Это хорошо. Это... В принципе, можно и напасть, как бы. Сколько у нас? 10 мушкетеров. Не, маловато. Надо хотя бы 15, чтобы было. Тогда смогу победить. Так, все, камушек закончился здесь. Последний несет. Это здание мы, значит, сносим.
Пора бы вот эту территорию захватить. Оттяпать. Тут никто не нападет. Ничейная, ничейная. Ну, тогда мы сейчас отправим. Нет, сейчас нападать не будем. Все, до свидания, значит, это у нас. Идут, идут, красавцы. Ну, построить мне вот здесь вот. А то у вас сейчас все закончится. И здесь не хотят строить. А здесь, наверное, они почему не строят? Да потому что на этого гильдия строителями отсутствует. Вы заняли новую территорию. Это замечательно. Камень у нас кончается. Инструмент нормально. Пошли к сюда. Здесь мы можем. Железо, уголь и рыба. Начнем с железа, с углем. Раз, два. А здесь склад. Два железа. Одна плавильня. Три угля. Это восстановить. Откуда ты железо тащит, не пойму. Кого-то своровали. Почему здесь вот не улучшают? Ничейная. Отхапать можно. А тут эти пушки. Нужно 11 священников. А у меня сколько их? У меня 12. А почему не могу? А, трое этих нужно. Понятно. Трое крутых нужно. Склад полон.
Если склад полон, значит, сносим и делаем мясо. Мясо. Плюс у нас лошади где-нибудь сделать. Лошадей. Лошадей это только в амбафе. На ферме можно производить. Ну давай вместо вот этого. Вот этой вот. Да, сделаем здесь лошадей. Буду делать по требованию. Не постоянно, а по требованию. Здесь не нужно. Удаляем. Для производства нужно две пшеницы и две воды. Отлично. Пастухся на ферму. Отлично. Геолог есть? Есть. Ваши укрепления были улучшены. Это где? А, вот сюда он пришел. А как он захватил, если тут... Что-то я не понял. За что я награду получил? Пятеро и пятеро. Вроде как нормально везде все. Ну давайте уже стройте тут. Не хотят у меня строить. Геологи, везде одни геологи, а толку ноль. Сколько золота осталось? 8. Не меняем пока. И не хотят... А, нет, строят уже. Улучшение церкви нашей строят. Здание успешно улучшено.
10 и этих штук 20, наверное, нужно. Ну, 10. А монетный двор этот нам не нужен. Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно для производства бумаги и книг для брата. А вот для епископов нужно будет уже улучшение еще следующее. Что здесь вообще? Ну, можно захватить, отправить. Камня не хватает, не хотят ничего строить. А чтобы камень раздобыть, нужно, чтобы они хотя бы построили вот это вот. Вот. Камня нет, ничего не построим. Вся надежда на геологов. Только они камни притащат, только и построят. Тогда вот это вот мы не будем строить пока. Улучшение это отменим. Это нам нафиг не нужен. А здесь книжечки. Не хватает камня вообще. Ваши солдаты заняли лагерь. Здание улучшено. Здание успешно улучшено. Не нападали. Откуда он камень таскает? Колодец. Плюс исследования. А вот это... И вот это. Улучшение завершено. Вот это не надо было. Вот это вот не нужно было. Во, наконец-то дом здесь построили. Еще пиво сделаю тут. Склады какие я там хотел улучшить, я пока не буду их улучшать. Эти все улучшились.
Давайте иду сюда. Что-нибудь там побольше. И сюда простую еду таскайте. А здесь можно еще построить. Да, вот это можно. Рыбу. Замечательно! Вы освоили новую технологию. Какую же технологию? Вот. Вы заработали победное очко. Хорошая работа, мой друг. Технологию. Здесь технологию, да. Здесь камни нужно. Ваши укрепления были улучшены. Так, здесь улучшили. Хотя бы нападать туда не будут. И здесь, значит, улучшили. Мне надо вот это, геологи, чтоб тут сейчас камень добывали мы. Все, максимум на производство камня, камня. Вода, зерно, все вроде есть. Чего не таскать сюда? Надо, чтобы вот это улучшили. Обязательно. А тут углевыжигательный завод построили. Лесопилка, лесоповала. Вместо охотника надо. Лес, лес. Лес, лес, лес. Соответственно, нам нужно здесь делать посадку леса. Снес. Не хочет. Ну как-то так. Сколько всего там навалилось. Так, это у нас два быстрее. Фермеры, мельники. Вот этих надо. А сколько золота вообще? 10 на складе. О, наконец здесь. И что я хотел-то? Дорогу построить можно. Покороче он. Отсюда.
короткие пути им, чтобы быстрее бегали. Во, и здесь начали строить. Нифига себе. Я даже не заметил, как они тут построили. Геолог и геолог. Рудник тоже геолог. Ваши священники совершили открытие. Нам сейчас много понадобится камня. Особенно для этого. 10 аж. Куда он там свалил? Вторая группа. Это 28. Куда-то он направляется. Скорее всего, сюда. Нечем мне обратить. Нашел лучше. С водой беда. Не хотят воду таскать. Конечно, по требованию. Но походу она мне пока не нужна. Она всю воду забирает. Ничего не несут сюда. Сюда доставить инструменты нужно будет. Почему он тут это? Камень есть. Нужно 9. Когда они их найдут? Да, он нападает тут. Можно, в принципе, попробовать на него напасть. Будет. Сейчас он потеряет часть войск. Но он немного потеряет. Чуть, по-моему, даже никого не потерял он. Камушек, камушек, где камушек, я не понимаю. Железо сделаем. А из железа инструменты могу только тут вот делать. Это дом.
И колесо. Геолог. Уголь. Геолог. Блин. Четыре камня. Нужно 9. Вы выполнили задание. Отлично. 30 золота дали нам. Войска увеличим. Ждем. Один добывает, один геолог. Угольная шахта. Добывает один геолог. Три дерева нужно, чтобы уголь. Мушкетер еще появился. Еще один мушкетер. Тут же склад строит. Вот так он сваливает. А если захватить, попробовать у него? Пока он свалил. Камень тащит. Камушек. Сюда надо, давайте. Ушел, я просто захвачу у него и все. Преимущество его лишу. Вы заняли новую территорию. Почините срочно. Железа-то много, а тогда геолог. А, улучшили. Улучшение укреплений завершено. Максимальное войско. Да? А, максимум войск. То есть, значит, нам пора нанимать генерала.
какого-нибудь такого. Домик-то построить. А что тут нужно? Атаковать и доставить. Пусть доставляет. А кто может доставить? Монахи или гильдия? Здание успешно улучшено. Это где? Замечательно! Вы освоили новую технологию. Осталось технологии, где нужны большие эти святые отцы. Армия противника нанесла удар. Слышь ты, пошел нафиг. Построить золото, золото и золото и склад. По нулям. Топай отсюда, освояси. Ну, казалось бы, один нужен сюда. Один камень. Четыре, 17 вот там. И 32. Ну, блин, сколько у него войск-то. Или это мои 32? На вас напали. А, это у него 32. Охренеть, у него войск сколько. Ну, потому что мои тут ни хрена не хотят вот эти восстанавливать. Халупы. А, не, есть. Установили. Улучшение завершено. Yeah. Тут еще нужны кольца им. Вот это да, вот это я не думал. А кольца делаются из золота. И
тут делается. Я проиграю. Здание улучшено. У меня 6 минут 16. Да понятно, проиграешь что-то у него ленту. Но зато его нормально так побил его. Что он дает на 30%, улучшает эту область. Здесь ничего не знаю, где им сажать. Собор могу построить. Круто. Смотрите, враг захватил ваш лагерь. Да, захватил он. Есть такое дело. Куда вода девается? Ваши укрепления были улучшены. Хотя бы так. А чё это брёвен не хватает? Да ладно. Пилка, вырубка и лесничий. А что там было для исследования? Вот это, по-моему. Одного такого и четверых этих. Угу. Можно мне камень. Мне его очень не хватает. Хотя бы так. Ну что это тут? Бесплатно работать.
Ну, 13 у меня 2, а тут 5. Камни у него дофига. Я бы отнял. Здесь он копает камень. Одного, блин, ну чё вы, сделать одного мне. Здание улучшено. Угу. Это у нас дома представляют больше жилья, дома плюс 2, свинки плюс 4. Здание успешно улучшено. Дешевле. Вот это вот 5 5 и 2. Одного отца и посвящен послушника. Улучшение завершено. Пиво и еда никак не отправится, потому что, чтобы это сделать, мне нужны... Мне нужны священники. Вот есть. Дожидаемся. А что, это камня дофига у нас получается, так что ли? Камень уже не влазит. Ну, круто. Но чтоб сюда отправить... А, тут нужно напасть. Я понял. Кстати, технологию получу. Ну, ждем, пока у нас тут побольше станет. На вас напали. Где? Да пошел ты нафиг. Задолбал.
Обосрался. Завали отсюда. Замечательно! Вы освоили новую технологию. Здание улучшено. Так у меня здание-то улучшено. 8,4, а у меня всего 8. На вас напали. Вот бестолковый-то, а, компьютер. У меня такой вопрос, а куда мне инструменты делают, деваются, что-то я не пойму. Ты сиди там. Ваши земли под угрозой. Достал уже. Иди сюда. Войска мне только портят и все. Говнюк компьютер. Дом, а я не могу ничего рядом с ним построить. Понятно почему. Инструменты делаем. А колеса нафиг не нужны. Армия противника нанесла удар. Сейчас он там жизнь себе потратит. Давай, иди туда. Не успокоится никак, вот вообще. Здесь я построю гильдию торговцев, пожалуй. И еще добыча дерева. Могу. Это я получу на треть меньше священников.
Улучшение завершено. Так, священники, святые отцы, браты и так далее у нас построились. Последнюю звезду мы заработаем с помощью победного очка, исследовав вот этот вот. Дает победное очко. Последнее исследование. Хотя тут вот еще одно осталось. Ну, как бы нам его должны были дать. Но наши что-то тупят, не хотят сюда нести. Жители, 25 пива нужно и 18 еды. Все это у нас было. Не один раз. Но нести не хотят. Ну, победное очко тут можно заработать только лишь 11 послушников, 5 брат и 4 святых отца. Ваши священники совершили открытие. Еще одно победное очко для брата по вере. В общем, осталось нам меньше 3 минут, и мы победим в этой миссии. Длинная миссия, на самом деле, казалось. И то я не все захватил так частично. Если играть дальше, ее продолжать... Ну, тут можно еще залипнуть на полдня, как минимум. Ресурсы добыть и попробовать отжать все-все-все точки у компьютера. Одного и второго. Можно, конечно, попробовать за кадром это сделать. Но пока что на видео я не вижу этого смысла. Негациан. Ни разу не строил. Вообще, зачем мне нужны? Ну, это если торговли там добиваться. Здесь мясо закончился, охотник. А у нас так и не построился. Где стрелка? А, построилась казарма тут. Ее надо улучшать. Каждый раз улучшать, чтобы достигнуть максимального левела. Смогли мы строить там знаменосца, пушку, кавалериста.
Последний рывок, в общем. Меньше минуты осталось, и мы победим. Но еды у нас уже все не хватает. Нам нужно по-хорошему, чтобы дальше выиграть, строить амбар, где у нас будут добывать. Можно дверь построить тут? Нет. Так. Так. Не влазит. Блин, это плохо. Ну, как бы это уже не имеет значения. Строим здесь и строим здесь мясо. Свиноферму. Отлично. 15 секунд осталось до победы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы победили. Ура! И нам что-то достижение дали какое-то там. Будьте вы прокляты! Все, за что я боролся, потеряно! Скоро в Тандрии, наконец, восстановится мир и порядок. И вы раздавите ее. Ничего подобного у меня и в мыслях нет. Возможно и так, но как же ваш отец? Забудьте про моего отца. Он здесь ни при чем. Править Тандрией буду я одна. Надеюсь, вы знаете, что говорите. Пусть восторжествует свобода, и вы. Невероятно! Вы выиграли! Страж правосудия, в общем, нам дали достижение. И это победа. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, уведомления. Всем удачи и пока!